сегодня со склада старый хлам принесли. Короче, это все под выброс. Устанавливать не будем, потому что, ну, хранилось неизвестно где, неизвестно как. Вот, то есть не соблюдались условия хранения, поэтому вот эти вот автоматы либо полностью делать ревизию, либо их просто выбросить. Но, что самое интересное, щеточка, кстати, почистил. Сейчас смотрите, что я нашел. Это токовые клещи. Написано Made in USA. Были пыльные, я их уже почистил щеточкой. Все работает, все проверил. Классная вещь. То есть есть вот такие токовые клещи. Они, естественно, с элемента питания, цифровые, точные. Вот. Но эти, сейчас я включу свет, но эти вообще меня поразили просто. Значит, здесь у нас вот такой вот переключатель шкал. Тут оргстекло линза. Вот такая стрелочка. Значит, вот этот переключатель, я не знаю зачем. Ну, как-то мне показалось, ни на что не влияет. Значит, здесь, я не знаю тоже зачем крутилка, тоже ни на что не влияет. Отверстие, я не понял зачем. А здесь, к сожалению, нашел щупы для измерения напряжения. Вот, давайте попереключаем шкалы. То есть это у нас до, получается, до 6 ампер. Это до 15. 40, по-моему, да? 40. 100. Не каждый, кстати, вот такие клещи сотку выдержат, намеряют. Ого, 300. И у нас пошло до 600 вольт. 300 вольт. 150. И опять замер тока. То есть вот такие вот токовые клещи. Не знаю, какой год. Не нашел их в интернете. Вот, то есть вот эту фирму я забивал. И ультра тоже забивал. Вот. Есть более современные, но вот именно таких не нашел. То есть вообще, в принципе, вещь обалденная. Элементов питания нет. А сравнивал с этими, показывает точно. То есть взял нагрузку 5 ампер. А есть у меня вот, висит ящик такой. Взял нагрузку 5 ампер, замерил ими. Потом замерил этими клещами. Все точно. Единственное, что мне, может быть, немножко не понравилось, что если вот как-то проводник гнуть внутри, немножечко ток здесь чуть-чуть на какие-то небольшие отклонения гуляет. Вот. Но к этому можно привыкнуть. Кстати, наверное, в этих, может быть, тоже. Я просто, ну, не обратил внимания. Вполне может быть и такое. То есть вот такие вот токовые клещи. Год выпуска, к сожалению, я нигде не нашел. Вот, может быть, кто-то знает, подскажет. Все, спасибо.